Всем привет, дорогие подписчики! Хочу сегодня с вами поделиться информацией, которую накопала для себя, да, в своих интересах, и считаю, что обязана ей поделиться. Речь пойдет о таком комплексе ArtLife, который называется Memory Rise. Вот, это специализированный лечебно-профилактический комплекс, направленный на работу клеток мозга и на работу высшей нервной системы. Я знаю, что многие, даже кто активно пользуется продукцией ArtLife, да, вот, например, как и я, все к этому продукту относятся как улучшение памяти. Ну, в описании, когда мы открываем в интернете, да, или просто каталог, в основном идет акцент на улучшение памяти. Так к нему и относятся. И, соответственно, он очень востребован среди мам, кого? Школьников, да? Потому что улучшение памяти, мозговая деятельность и так далее. Также моя дочь перед экзаменом, перед ЕГЭ, вторую половину учебного года пропевала Memory Rise, вот. И теперь я, почему решила я его взять себе, по-моему, первый раз. Я никогда его не пила, и сейчас уже за 9 лет не помню. Почему я сейчас решила его взять? Потому что начались такие моменты, я думаю, меня многие поймут и себя узнают в этом. Когда ты вроде бы знаешь, да, но сказать не можешь. Почему? Потому что не можешь вспомнить. Соответственно, и ходишь, да, весь день. Думаешь, как же, какая фамилия, вспоминаешь кого-то, как это называется и так далее. Это уже, конечно, печально. Последствия чего это? Ну, причин очень много. Я знаю точно, чего у меня. Вот, ну, может быть, возраст, да, как уже многие любят говорить. Вот, а скорее всего, вот лично про себя, то есть я нацеленно взяла этот препарат, зная, что, да, у меня было несколько сотрясений там за какой-то, ну, сколько-то там лет назад, да, и зная, что это бесследно не пройдет. Причем именно спустя долгие-долгие годы это начнет отражаться все больше и больше. А у нас многие как, да, я думаю, много кто знает, что такое сотрясение, и сталкивались с этим. У нас не то, что не хотят думать о последствиях там через десятки лет, да, даже пренебрегают рекомендациями врачей, что в этот период, когда что-то случилось, обязательно нужно постельный режим, да, лежать, там, принимать какие-то комплексы и так далее. Вот. Поэтому как-то к сотрясению так у нас все относятся. Почему? Ну ничего же не болит, да, мы только вот за что-то беремся решать только тогда, когда у нас болит. На самом деле последствия сотрясения могут быть очень разные. Но это другая совсем история, углубляться я не буду. Далее. И когда я себе приобрела его, я что? Естественно, каждый, кто берет себе что-то, хочет узнать поглубже. Да? У нас вот есть такой справочник в ArtLife, составленный врачом, доктором Живачевским. Он написал подробно, да, то есть, когда мы открываем каталог или ссылку в интернете, да, на какой-то продукт, там, конечно, описывается все очень кратко. Он здесь уделяет порядка несколько страниц каждому вообще препарату, очень подробно расписывает. И поэтому вот мне стало обидно, что многие недооценивают его. И я была поражена, то есть насколько глубоко он работает, и там память, поверьте, это вообще на 10-м месте самое простое, что он делает, мне кажется. Значит, что самое главное сейчас актуальное, да, защищает нервные клетки от гипоксии. По каким причинам она случилась, это другая история. Но мы знаем, да, что у нас сейчас самые страшные последствия ковида – это гипоксия клеток. Да, всяких, а тем более нервных, что вообще самое страшное. И снижает вязкость крови. Также работает на бляшки, да, устранение как бы и предупреждение их. Все это связано как раз-таки с вязкостью крови. Дальше, что здесь пишет нам доктор? Способствует нормализации обмена кальция. Понятно, что это важно. И
способствует улучшению половой функции. Вот казалось бы, да, при чем здесь память? И оказывается, многие не знают о том, что еще и половая функция улучшается. А что такого здесь еще важно? Очень хороший, как противоотечный, идет он, этот комплекс, и оптимизация функции печени. То есть, представляете, да, сколько систем мы затрагиваем. Вот это я кратенько, здесь, конечно, очень много, мы это перечислять не будем. Я просто для тех знаю, кто, девочки, знает хорошо ассортимент, его обходит стороной этот комплекс. Поэтому вот обратите внимание. А кто вообще новички, да, не знают даже, не знали такого названия, изучите или пишите, я поподробнее вам все расскажу. Ну и вот основные, получается, показания, да, к применению. Оптимизация, конечно же, умственной деятельности, в любом случае это в первую очередь внимание и памяти. Поэтому, еще раз говорю, актуально для студентов, для школьников, прям очень-очень. По составу мы сейчас пройдемся, конечно же, он совершенно безобидный. Показан пожилым людям с атеросклеротическими бляшками, да, процессами, сосудами головного мозга. Вот, что и является как бы ухудшением памяти, уже следствие вот того, да, про что я сказала. Ну, про гипоксию я говорила, при сахарном диабете очень хорошо работает. То есть здесь нужно понимать, что в комплексе такие компоненты, да, которые работают с очень мелкими сосудами. Соответственно, а у нас мелкие, да, если здесь направление идет на мелкие сосуды, где у нас мелкие сосуды? Соответственно, там он и будет помогать, потому что не каждый компонент способен проникнуть в мелкие сосуды и там решить проблему. Также он и показан при зрении, поэтому, да, потому что там у нас мелкие сосуды. Так, оперативные вмешательства, особенно связанные, да, с головным мозгом, про что я говорила, ушибы, сотрясения и так далее. Головокружение, да, необъяснимые, когда не могут найти причину. Тоже можно попробовать, так как потерять вы ничего не потеряете, но проблему, возможно, решите. С нарушением микроциркуляции в ухе. Поэтому, да, он, я знаю точно, что он рекомендован врачами при людям, детям, да, у кого нарушение слуха. Вот, там, хоть какое, да, но он работает в любом случае на улучшение. Также при повреждении спинного мозга, обратите внимание, и рассеянный склероз, что, я думаю, много кто с этим знаком, да, в своей семье, с родственниками, предками и так далее. Это я тоже вам сказала. Гипертония, ишемическая болезнь сердца, варикозные болезни, также синдром хронической усталости. Вот опять про снижение либидо врач пишет. И при комплексном лечении, конечно же, при комплексном это все делается, желчекаменной болезни, гепатитов. Но смотрите, быстренько по составу как бы и заканчиваю. Гутокола, гинка белоба, боярышник, экстракт. Это все экстракты, да, не просто взяли боярышник и туда положили. Суть вся заключается в том, что это экстракты. Пустырник, L-глутаминовая кислота, L-метионин, L-тирозин, L-карнитин, фолиевая кислота, лецитин, халит, бетартрат, инозитол. То есть вот эти вещи, как лецитин, инозитол, назначают при подготовке к беременности, причем и мужчинам, и женщинам, и при самой беременности. Да? Поэтому почему здесь и говорят про половую функцию. Дальше кальций-карбонат, магний, окись, там всякие разные невыговариваемые слова, женьшень, гуарана и витамины группы В практически все. Я его пропила, по-моему, 2 недели всего лишь. Ну, что я могу заметить, как я всегда говорю, да? Если, когда мне отвечают, я ничего не заметила. Я говорю, ну, зуб не вырастет новый точно. Вот, я, конечно же, очень тщательно отношусь, то есть наблюдаю за собой, да, и поэтому я способна заметить малейшие какие-то изменения в своем организме, в худшую или в лучшую сторону. Но, как правило, у нас все любят замечать только в худшую, а когда лучше становится чуть-чуть, почему-то никто не способен. Вот,
Что я хотела сказать? Так как я объяснила, для чего я себе приобрела этот комплекс, вот реально, получается, за этот срок, сколько я его принимаю, четче мысли, все по полочкам, все рядочком. То есть, вот когда, да, хочешь что-то сказать, выразить какую-то мысль, а не можешь сформулировать и это. Очень быстро работает мозг, тебе легко рождаются какие-то идеи, я бегом иду что-то записывать. И действительно чувствую вот эту какую-то энергию вот в этой вот где-то части. Да, бывает энергии тела, а бывает, когда здесь все крутится, вертится. Вот прям как есть, так и говорю на самом деле. Поэтому, кому интересно, поизучайте. Вот, девушки, девочки, которые партнеры компании Art Life, и кто не обращал пристального внимания на этот комплекс, обязательно обратите. Вот, спасибо всем за внимание. До скорых встреч!